Просто на наших глазах, вот в этом проекте, именно эти две команды капец как выросли. Сереж, дорогой, вот просто я не хочу тебя прерывать, потому что, во-первых, я тебя уважаю, во-вторых, я знаю, к чему ты клонишь, и то решение, которое ты предлагаешь, оно безумно мне нравится. Я уверен, что я не единственный в этом зале, и перед экранами телевизоров люди делают то же самое, но сейчас только потому, что это первая программа, только потому, что... Где написано? Нельзя сразу ломать правила с первого выпуска, ну потому что так просят наши продюсеры. По-моему, он пошел к начальству. Или две команды берем. Сереж. Или две команды берем. Мы не можем. Послушай, для тех, кто не знает, это продюсер Лиги городов. Это уже превращается в какой-то просто бардак. Балаган! Клянусь! Ну,